Всем привет! Меня зовут Евгений, и сегодня мы поговорим про новинку от компании Marlin. Это быстросъемный грузовой жилет из нейлона под названием Marlin One. Данная модель по выкройке довольно сильно напоминает неопреновый жилет Balance. Так вот, от него мы взяли крой и основные элементы, заменили неопрен на нейлон, добавили эластичные резинки по бокам и получили уникальную разгрузку. Могу с уверенностью сказать, такой разгрузочной системы нет ни у кого. Так что же в ней особенного? Давайте рассмотрим более детально. Первое. Крой и основные элементы как у баланса. С помощью четырех ремней жилет можно легко и быстро подгонять под свои индивидуальные размеры, рост и объем груди. Такие регулировки придают жилету лучшее облегание и обтекаемую форму. Регулировка размера происходит при помощи двух вертикальных и двух горизонтальных ремней. Застежки типа Fastex раскрываются одним нажатием. Их легко нащупать даже в толстых неопреновых перчатках. Второе. Замена неопрена на нейлон. Что это дает? А дает это уменьшение положительной плавучести, так как не надо дополнительно загружать жилет для отгрузки охотника. Также за счет изменения основного материала удалось снизить конечную стоимость жилета, что сделало его конкурентным по цене. Забыл сказать, нейлон мы используем плотностью 600 ден, который обладает повышенной устойчивостью к истиранию и высокой прочностью. Третье и самое главное – это эластичные башмачные резинки. Так как у нейлона нет такой эластичности, как у неопрена, и жилет без резинок мог получиться уж очень дубовый и сковывающий движение, мы добавили по бокам резинки, которые обеспечивают идеальное прилегание жилета, при этом абсолютно не сковывают движение пловца. То есть, когда вы делаете вдох, то за счет резинок жилет делает вдох вместе с вами, а не ограничивает вас. Для сбалансированного распределения грузов жилет имеет 8 карманов, 6 на спине и 2 спереди. На спине находится 6 карманов на липучке. Размер кармана равен 10,5 на 1,5 см, так что туда с легкостью поместится стандартный прямоугольный 1-килограммовый груз. Спереди расположены еще 2 кармана, у них размеры 9 на 11 см. Общая нагрузка на жилет будет равна 10 кг. Также не забываем, что на пояс вешаем 60% от общего груза, а на жилет 40%. На левой лицевой стороне жилета предусмотрено крепление для ножа. Нужно лучше крепить кабельной стяжкой или линем ДНМ. Тут есть довольно много вариантов под размер ваших ножек. В нижней части жилета расположен страховочный ремешок с петлей. Он фиксируется за язычок ремня или нижний фастекс жилета, между ног через пах, что предотвращает произвольное скольжение жилета. На этом все. С вами был Евгений. До новых встреч. Не забываем подписываться, ставить лайки и комментировать. Всего доброго.